Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Но вышло вокруг нее какой-то белый туман. Хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ирину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ирины поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ирину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Накивает. Хорошо. Ты говоришь, туман вокруг нее, да? Да. Хорошо, сканер, я прошу тебя, выведи полностью этот туман, и все это, как выйдет из семи тонких тел, формируется в шар перед Ириной. Пошел процесс. Мне вышел туман, большой огромный шар, и от этого тумана тянутся цепи к рукам и ногам. Хорошо. Снимая силу моего намерения эти цепи, 1, 2, 3, расстегивается полностью с рук и ног. Как все отстегнется, уходит, шар уменьшается и уходит в клетку тюрьмы. Готово. Отлично. Так лучше, Ирина? Намного лучше. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ирины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Находит все. Гуманоид. Конечно. Синий дракон. Инкуб. И бес. И бес. Понятно. Хорошо. Какой бес? 8. Какой синий дракон? 31-20. Хорошо. И откуда у нас гуманоид? Сириус. Хорошо. Сколько находился бес в этом биополе? 4 месяца. Ты сам пришел или тебя кто-то послал? Сам пришел. Хорошо. Сколько находился инкуб в этом биополе? 1 год. Синий дракон, сколько ты находился в этом биополе? 3 года. И гуманоид Сириуса. Сколько ты находился в этом биополе? Меньше месяца. Хорошо. 28 дней. 28 дней. Объясни мне, как произошла подключка? Через кого ты подключился? Кто тебя через вызвал? Через эгрегор. Цепи – это эгрегор. Хорошо. Чей это эгрегор? Ее или чужого человека? Она ходила кому-то чиститься? Не понял вопрос. Это его эгрегор. Эгрегор, подключенный к ним, гуманоидом. То есть она сама подключилась к этому эгрегору, я так полагаю? Да, с ее разрешения. Объясни мне с этого момента, с ее разрешения. Был третий она человек. Она обратилась к третьему вот, человеку. Вот, вот это я и хотел уточнить. Это третий человек, ты с ним имеешь контракт? Да, имею. Хорошо, меня это интересует. Мне важно было узнать, через кого ты пришел и кто тебя послал. Вот я и узнал. Это была вот эта девушка, которая типа ясновидящая, да? Он показывает, в общем, цивилизация гуманоидов делает да. Разные эгрегоры, дает какие-то возможности и знания. Люди иногда не понимают, кому они подключены и не ищут, кому они подключены. Не все подписывают именно контракт, но идет согласие на знания и идет подключка. Ну, я понимаю. Мне важно было узнать, это было ее желание получить эти знания или это знание третьего человека, который... в кавычках, решил ей помочь и подключил ее к тебе. Ее желание было прийти к третьему человеку, который по своему незнанию и там не то, что незнание, кому она подключена, там ей идут потоки каких-то знаний, которые и дает этот эгрегор. Все понятно. И она не, как сказать, не анализирует, кому он подключен, ей это не важно. Хорошо, мне этой информации достаточно. Начинаем тогда с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать еще вопросы. Даю команду тонкой копии Ирины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу, выстраивая также канал к этому туману. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной низковибрационной патогенной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ирине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она получила от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо. Скажи мне, гуманоид, эти цепи, этот туман, как бы они в дальнейшем воздействовали на жизнь и биополе этой души?
энергию приносила бы, постоянно подкармливая эгрегор. В поисках, где взять эту энергию, опять возвращалась бы. К этому человеку? К потоку, да. Понятно. Прикованно к эгрегору. Потому что она уже чувствовала туман, рассеянность, не было концентрации. Это действие этого тумана, правильно? Ну, когда, да, когда отток энергии идет, соответственно, так себя чувствует. Хорошо? Это первое воздействие, к которому нужно привыкнуть. Какие дальнейшие шаги были бы? Допустим, она привыкла, смирилась и приняла эти энергии. Принимает это за свои энергии. Приняла за свои, да. Я это хотел сказать. И дальше? Усилился бы отток? Отток усилился бы, но она ходила бы в поисках энергии, снова и снова обращаясь к эгрегору, принося свои энергии. Интересно построена система. Хорошо, понятно. Было в планах похищение части души, продажа купи души? Дошло бы до этого со временем. А расчленение тонких тел? Не в первый год. После определенных подключек и ее работы тоже. Она должна погрузиться в эгрегор. Тогда уже все, да? Понятно. Хорошо. Вовремя к нам пришла Ирина, скажем так. Всем остальным желаю ходить к ясновидящим. Реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Ирина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Ирина себе обратно. Она хозяйка своих энергий и возвращает все свое себе обратно. Бес, скажи мне, есть лярвы в биополе Ирины? Есть. В каких местах? Руки, ладошки. А с чем там связано именно в этих местах? Твои подключки? За 4 месяца вряд ли. Говорит, что он ни при чем. А кто она это? Она должна знать. Хорошо, понятно. Что она берет в руки. Ты можешь хотя бы намекнуть, о чем идет речь? Я сейчас вообще ничего не понимаю. Что она берет в руки? Если он тебя говорит, лярвы... артефакты. Если тебя лярвы интересуют, находящиеся в ее биополе, то я прошу дать мне ответ, чтобы я его понял. Какие артефакты? Артефакты руками берут любые. Что это было? Мне надо понять причину. Если ты мне не хочешь помогать, я так и скажи. На этом закончим. Но он показывает больше. Он говорит, что это не первый эгрегор, к которому она обращается. А так как цепи были от ладошек, да, и были другие эгрегоры. То есть это мы говорим о каких? О космических эгрегорах сейчас? Да, поэтому он... Все понятно. Хорошо, не я понял. Не будет объяснять. Ему это неинтересно, он не рассматривает. Не по твоей линии, да? Не по твоей линии. Это были другие. Хорошо. Значит, тогда ждем окончания реверса. Закончился реверс. Хорошо, Бес, давай с тебя и начнем. Выходи, сначала снимай все, что ты оставил в ее биополе. На месте доложи мне, что ты все снял. И я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Гольф у нее снял, он все, больше ничего нет. Хорошо, разрешаю тебе забрать все эти лярвы, которые находятся в ее биополе. Забирай, ничего не оставляй, возвращайся назад. Готов. Хорошо. Инкуб, сладкие сны. На что зашел? На одиночество? На желание. Понятно. Хорошо. Год назад ты зашел. Выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью, возвращайся назад, ничего не забывай. Приступай. Готово. Перед тем, как я перейду к синему дракону, вопрос ко всем. Кто присутствует в квартире Ирины? Мы сегодня чистим ее квартиру. Бес присутствует, синий дракон. Синий дракон, бес с его платами. Еще кто? Все. Понятно, хорошо. Значит, мы чуть больше с вами поработаем. Бес, ты в квартире один или там есть черт? Он один. Понятно. Собаку не мучил? Она ее не мучила, она ему надоедает. Чем она тебе надоедает? Лезет ко мне. Она тебя видит? Она чувствует энергию. Чувствует энергию, понятно, начинает гавкать. Хорошо, если ты... Нет, она его преследует, поэтому он прячется в ее биополе. Хорошо, я по-любому буду собирать негатив в этой квартире. Если хочешь, ты мне покажешь все порталы в квартире, я их закрою. Ты соберешь все, что там осталось, и после этого я могу тебе собрать весь негатив в этой квартире. Тебя это устраивает? Да. Хорошо, выходит синий дракон. Отключайся полностью, вытаскивай все свои платы, где стояли платы и цель твоей подключки.
Ты ее наталкивал на космические знания, Синий Дракон? Нет, я подчерпывал, и мне было интересно узнать о развитии и тот путь, откуда она черпает знания. Интересно, и к какому выводу ты пришел? К тому выводу, что человек натыкается на разные ошибки, но если ищет дальше и альтернативно собирает информацию, находит правильное решение. И я добавлю от себя еще критическое мышление и принципиальное недоверие ко всему с первого раза. Это и есть критическое мышление, анализ и проверка. Мы об этом говорим? Да, об этом он показывает на ее душу, наверное. Сердце показывает на чакру, что там все ответы, что там тепло идет, когда информация правильная. Абсолютно верно, дракон. Мне здесь тебе тоже нечего сказать. Хорошо, снимай все и возвращайся назад. Он снял. Хорошо, гуманоид, посмотри на твоей чистоте, что-нибудь еще осталось. Биополе. Остался эгрегор. А как он выглядит, твое биополе и эгрегор? Вот это мне сейчас интересно. Где он находится? В сердце? Я не вижу его. То есть цепи, да, которыми шли от него, мы их вывели, но на чистоте эгрегора там что-то выйдет, наверное. Давай тогда, гуманоид, тебе выходить не надо, вытаскивай этот эгрегор. Отключайся полностью. Он не может убрать его. Она должна сама его отстегнуть, потому что она сама пришла туда. Тоже верно. Получила этот эгрегор. Тоже верно. Так как это было добровольно сделано. Хорошо, мы тогда чуть дольше с тобой поработаем. И отключим потом этот эгрегор. Потом я все это буду еще раз проверять. Хорошо. Все убрали. Кроме этого эгрегора, даю команду на рассинхронизацию до 100%. Пошла рассинхронизация. С туманом, гуманоидом, синим драконом, инкубом и бесом. Наверное, мы и канал не отстегнем сейчас гуманоиду, правильно, Вера? Пока не уберем эгрегор. Нет, гуманоиду мы отстегнем канал, а эгрегор и потом сами она должна отстегнуть. Хорошо, значит, тогда разделим эти задания. Хорошо, ждем рассинхронизацию. Готово. Включаем внутренний белосвет Ирине. Этим светом она выдалит из себя все негативное. Патогены низкоаберационные на частотах интерферентов и их подключек. Пошел процесс. Есть шарик. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шарик уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к Ирине, помогая моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Сейчас беса и синего дракона я отправлю по каналу в квартиру Ирины. Вы соберете за это время все, что вы оставили. Я приду, проверю с бесом, как договорились. После этого открою каждому портал и отпущу на его чистоту в первый раз. Все понятно? Да. Открывается 2 портала в квартиру Ирины. 1, 2, 3. В один портал уходит бес, во второй портал уходит синий дракон. Закрываю, печатаю, растворяю оба портала. Готово. Инкуб, готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. И инкуб забирает все, что он принес, и уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса. Он кооперировал, дал мне полную информацию, все, что я хотел узнать. Подключение было добровольным к эгрегору. С моей стороны нет претензий, если у тебя что-то есть. Нет. Отпускаем, да? Люди сами идут в эгрегор, не задумываясь, по своей воле. Так и есть. Хорошо. Гуманоид, ты готов уходить на свою чистоту? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте гуманоида. 1, 2, 3. И гуманоид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, печатаем, растворяем. Готово. Клетка пустая? Нет, есть шар.
Под шаром открываю воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Туман, в смысле? Готово. Я понял, да? Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, Ирина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Проснулась. Замечательно. Надеюсь. Хорошо. Она показывает. У меня она переливается энергией, свет из нее идет. Захотите больше узнать о себе, можете задать 10 вопросов своему куратору. Обратитесь к нашему администратору. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры и собаки. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.